В Твери на площадке театра юного зрителя стартовала режиссерская лаборатория «ТюзЛаб-2021». Уникальный проект объединил режиссеров из разных городов России и тверских актеров, которые покажут жюри и зрителям эскизы своих спектаклей. Какие задачи ставят перед собой авторы проекта? Об этом они рассказали нашей съемочной группе. В этом году на участие в лаборатории подали заявки более 100 режиссеров со всей страны. В итоге были отобраны всего 4. 4 режиссера, 4 эскиза спектакля и всего 6 дней на постановку. Задача сложная, но реализуема, считает новый главный режиссер ТюзА Иван Пачин, который сам неоднократно принимал участие в проекте. Тебе дается очень ограниченное количество репетиционных точек, очень ограниченное количество времени. И по итогу ты видишь эскиз, это некоторая заявка на тот спектакль, показывается некоторый ход, некоторое движение, которое потом... Когда, если этот эскиз будет продолжен в работе, то этот ход будет там усовершенствован. Какой именно эскиз потом превратится в полноценный спектакль и пополнит репертуар театра, будет известно после того, как их оценят театральные критики, театроведы, эксперты национальной премии «Золотая маска». Лаборатория дает театру возможность увидеть новые лица, возможность увидеть новые подходы к постановкам, поскольку у нас тема заявлена – это произведение классики. Практически все заявки, которые были присланы, это абсолютно интересный, индивидуальный подход к тому, как они собираются это ставить, как они это видят, то есть трактовка каждого режиссера, это очень интересная вещь. В проекте «ТюзЛаб-2021» примут участие молодые, но уже опытные режиссеры. Вера Попова в 2019-м была номинирована на самую престижную театральную премию «Золотая маска». За 10 лет ею были поставлены спектакли в разных городах России. Тверским зрителям она представит эскиз «Король Артур» и «Рыцари круглого стола». Питера Кройт, современный английский автор, пересказал мифы, истории, легенды короля Артура и рыцарей круглого стола. То есть он взял тексты 15 века и пересказал их современным языком. Это большой роман. Уникальность данной постановки в том, что там будут принимать участие только мужчины. А всего в заявленных постановках задействовано 17 актеров ТюзА. Лаборатория в Тверском ТюзЕ пройдет уже в четвертый раз. Какие эскизы будут лучше в этом году, назовут на финальном показе. Он пройдет на сцене ТюзА и Центра современной культуры «Рельсы». Билеты можно приобрести там же, в Центре современной культуры «Рельсы» и на сайте Театра юного зрителя.